Ребята, всем привет! Что там, Милана? У Миланы сам включается и выключается телефон, в общем, живет своей жизнью. Сегодня мы идем и будем покупать все только за мороженое. Милана есть, в общем, не Милана там свои фокусы какие-то показывает. У Миланы гигантская медуза. Смотрите, фокус. Закрываю камеру. Видите, такое? Все, мы погнали в магазин покупать все замороженное. 24 часа питаемся только замороженным. Я покупаю смузи, я покупаю ягоды. Погнали и в магазин. Я еще не придумала. Милана такая, А я, скажи, Милана, буду покупать пиццу. Чебуреки. Мороженое. Ладно, все, магазин, магазин, магазин. Не забывайте подписываться на наш канал и поддерживать лайками. Ну что, Милана? Мороженое. Лика куда-то наша затерялась в магазине. Милаш, это, смотри, это с кусочками шоколада, крошка шоколад. Это ваниль. Вам. Смотрите, 6. О, Миланка, это с миндалем. Давай вот такой с миндалем возьмем. Нет. А какой? Ну выбирай. А, еще, ой, Милаш, не прикасайся, все холодное, не надо прикасаться. Давай, выбирай, какой мы. Я показала вам. Да, такой выни, да? О, Милана, что это за мороженое, давай посмотрим. Это карамель. Смотри, с грецким орехом пломбир. О, я хочу такое мороженое. Милана, давай возьмем. А, с карамелью и грецким орехом. Возьмем? А есть еще шоколадное печенье. О, потеряшка пришла. Смотри, да. Милана, что берет. Так, клади, Миланка. У Миланки первая покупка есть мороженое, вкуснейшее. Оля, как... Ну, пойдем, ты посмотри целый стенд, стенд мороженого. О, Лика с маршмеллоу не хочет. Я сразу знаю тебе. Не, Милаш, Лика сама по себе выбирает. Лика нет, такой пломбир не любит. Какой? С грецким орехом. О, Миланка тоже взяла с грецким орехом. Я люблю такой. Ну, давай. Лика тоже знает, какой. Ини, да? Девчонки, все только замороженное. Погнали дальше. Что мы еще будем тут брать? Девчонки, давайте круассаны возьмем, с абрикосом. Ну, смотрите. Милан, ты будешь такие? Давай возьмем круассанчики с абрикосом, а? Давай. Возьмем, ребята, замороженные. Давай. Так. О, такое возьмем. Штрудель, клубника со сливками, круто, давай. И я штрудель возьму с вишней. И вишня. И Миланка хочет вишню. Что тут еще есть? Смотрите, тут даже есть оладьи. Есть блинчики, но без начинки. Девчонки, а блинчики будете? О, Милана, я смотрю, Милана, это творожный с творогом. Нет, а где? Есть вареная сгущенка, Милан. Давай. Вареная сгущенка? Милана будет с вареной сгущенкой блинчики. Держи. Клади вначале в тележку, Милан, ты сейчас все уронишь. Ой, я такие блинчики взяла. С мяском? Угу. Да. Слушайте, а я не вижу, знаете, что бы я хотела? Если честно, сырники. Сырники, да, бывают замороженные сырники. Ой, а вот блинчики мы такие пробовали. Кстати, блины нереально вкусные, правда. Подожди, Милан, это творог и груша. Слушай, тебе интересно, правда, творог и груша вкусная? Милан, так кто из вас берет? Милан. Давай, тогда у тебя блинчики вытащим с вареной. Папа, все пригодится. Это заморозка, это можно убрать в морозилку. Милан, у тебя ободок упал. Это можно убрать в морозилку. Так, Милана, Лика берет чибу пицца, курочка по-итальянски. Миланка, а ты что берешь? Круггетсы возьмешь сочные. Молодец, клади. Ой, какая красота, ребята, у нас сегодня 24 часа, все замороженное. Ой, девчонки, аккуратно, сами не заморозьтесь, ладно? А то так можно и заморозиться. О, Лика, Лика, ты что там делаешь? Что? Мы к тебе идем. О, Миланка взяла еще юбилейное с клубничным джемом. Фруктовый лед. Фруктовый лед. Один штук. Один. Фруктовый лед, два штука. Я так хотела. Кладем тележку. Так, это Миланкина. Клади, Милан, клади. Ну, в общем, я с фруктового льда. Короче, ребята, Лика не может выйти из мороженого. Я возьму вот этот.
радугу, пломбир. Да. И вот это. Хорошо. Вот такое еще. Новинка. Ты вот такое хочешь? Нет, просто. А, я готова. Погнали. Милан, все. Я вот берешь, давай. Вот, все, два. Все, я поняла. Пойдем. Ой, ребята, мы зашли в отдел, где продается такое все, в общем, рыбное. И я уже понимаю, что Вика сейчас возьмет креветочки. Мама, я не креветки возьму. А что это? Лангустина? Да. Лангустина? Ух ты, сыромороженое. Смотрите, а есть еще королевские креветки, Лика. Очищенные. Ну, давай, давай тоже давай, возьмем. Давай. А сколько здесь? 750 грамм. Очищенный, вообще красота. Берем? Да. Где Миланка? Не знаю. Так, Лика, здесь вот смотри, есть морской коктейль. Окунь морской, слушайте, да, это рыбка. А где смузи? А смузи на той стороне. А. Милан, молодец. Кладем. Что ой, это рыбка. Помнишь, мы брали да. морской окунь? Красота. Пойдем. Пойдем дальше. Лика, девчонки, а здесь ничего брать мы не будем? Нет. Точно? Такая рыбка, тут филешка. О, нет. Что, возьмем? Да. Я такие палочки рыбные возьму. Рыбные палочки из филе? Да. Панировки. Милаша, ты что-то возьмешь? О, Милана, давай закроем, подожди. Оп. Миланка возьмет вот такие крокеты тресковые, из рыбки трески. Ой, ребята. Тут уже тут столько девчонки понабрали, я все замороженного. Все. Как все? Подожди. Лика еще хочет смузи, Милаш. А здесь тоже, смотрите, да, мороженое. Лик, вот смузи. Наш любимый смузи. Мы даже уже знаем, где продается смузи в Сочи. Потому что в этом магазине, ну, отличается Сочи, в общем, от Санкт-Петербурга, конечно же. Я имею в виду раскладка продуктов. Смузи. Лика берет манго, авокадо и банан. Нереально вкусный смузи. Миланка, смотрите, еще взяла вот такой вот торт. Это чизкейк. Чизкейк. Мы, кстати, такой покупали чизкейк ягодный. Ой, он очень вкусный. Его нужно разморозить всего лишь, и все. И все, да. И не нужно его пекать. Представляете, ребята, давай, я так понимаю, что все, да? Да, я тоже так думаю, что все. У меня больше покупок. Ребята, пишите в комментариях, у кого покупок больше, у кого круче. Давайте вначале посмотрим, что же у Лики. У Лики нереально вкусные креветочки очищенные. Конечно же, смузи, мороженое «Радуга». Еще мороженое Лика с взрывной карамелью взяла. Мороженое с грецким орехом. Вот такие рыбные палочки из филе. И лимон. Да. А, чебупица, корочка. Курочка по-итальянски, корочка. Блинчики у Лики с мяском. У Лики штрудель с вишней и штрудель с клубникой. С сливками. Слушайте, ну это очень вкусно. Давайте посмотрим Миланины продукты замороженные. Чизкейк. Нереально вкусный. Крокеты тресковые в панировке. Вот такое вот мороженое Миланка выбрала с клубничным джемом. Рыбка, окунь, кругицы сочные, блинчики. Вот такие вкусные блинчики, это блинчики по-грузински, брынза и зелень. И кстати, вот блинчики блинчик? Очень вкусные. Это не блинчик, Миланка, это штрудель с вишенкой. Круассанчики. Круассанчики с абрикосом. Блинчики. Еще одни блинчики, смотрите, с вареной сгущеночкой. И мороженое. И у Миланки еще мороженое. А, пралине, пломбир с грецким орехом и мягкой карамелью. Ну что, девчонки, вы круто справились с заданием. Ребята будут писать, кто же сегодня победил. Ну погнали на кассу. Пока. Да, пока-пока. Давай. О, так. Опа. Погнали. Слушайте, тут такие очереди на кассах, ребят, вообще. Очень много-много людей. Ух, давайте аккуратненько куда-нибудь припаркуемся, найдем, где поменьше людей. Ой, аккуратно. Давайте, ребята, вот туда идем. Ну что, я решила взять еще пиццу. Ребята, у нас тут такое дело, пока там очередь на кассе. Лика вспомнила, что она не взяла пиццу. Да. Лика, давай еще вот такую пиццу возьмем с соусом, ты же любишь с этим. Вот она. И вот это тоже, давай вот такую.
Ну давай еще возьмем, тогда с грибами. Я сейчас другое хочу. Какое? А что это такое? Шаурма. Шаурма. Ой, смотри, мини. Ребята, смотрите, мини-пицца. Вот гигантская? Ассорти, да. Вау, смотри, какая пицца, я так не хочу. С мясом. О, давай такую, я тоже смотри, хочу какую-то попробовать. Мясо и грибы. Давай еще и такую, да, возьмем? Жульен пицца. О, я только не пробовала. Мне кажется, вот это повкуснее будет. Да, мы и то возьмем. И то возьмем? А это что? Нет, барбекю. Вот так, все. Вот это берем. Что, в общем, ребята, упаковку посмотрите. Ну как мы могли выйти? Ну, ой, мне упаковка не нравится. Слушай, она Алика. Нет, она вот еще вторая, но это. А, это не, Алик, давай такую не будем брать. Ну, как, она какая-то старая, слушайте. Ладно, в общем, все. Ребята, две пиццы еще Лика берет и шаурму. Ну как можно было выйти без пиццы? Ну, конечно. Пойдем быстрее, там, наверное, наша очередь подходит.